Привет, дорогие друзья! Сегодня расскажу и покажу, как заточить ножи машинки для стрижки волос за 5 минут. Этим простым способом может заточить каждый, даже новичок. Досмотрите обязательно это видео до конца, будет очень полезная информация. Ну что, вы готовы? Поехали! У меня есть вот такая машинка Philips, ей уже больше 3 лет. В один прекрасный момент она начала очень плохо стричь. Попробовал один способ, который посоветовал мне знакомый. Мне очень понравился. И машинка стала стричь как новая. Производители этой машинки писали, что здесь самозатачивающиеся ножи. Ее также не нужно смазывать. В общем, еще много-много чего. Но, как вы сами понимаете, любой металл, когда трется друг об друга, смазывается. Маска нужна в любом случае, так что не делайте этих ошибок. Давайте снимем ножи, пальцем немножко поддеваем. Здесь у нас две планки, это нижняя планка и верхняя направляющая планка ножей. Ну что ж, давайте приступим к заточке. Для этого нам понадобится небольшой кусочек наждачной бумаги с зернистостью 2000 грит. Отрезаем небольшую полоску, достаточно. Теперь между двумя ножами пластиковый механизм вот здесь или пружинка. Пружинку поддеваем аккуратно отверткой или можно даже пальцем, рассоединяем ножи между собой и вставляем полоску наждачной бумаги. Это очень легко сделать. Включаем машинки для стрижки питания и начинаем заточку, немножко протягивая полоску до самого края, потом в обратную сторону. Проделываем эту процедуру 1-2 минуты. Все зависит от того, в каком состоянии ваши ножи. Мне помогло буквально через минуту. Видно на наждачной бумаге ярко выраженный след, как затачиваются ножи. Затачивается у нас в основном это направляющий нож, тот, что больше всего принимает участие в стрижке. Этого будет более чем достаточно. После того, как вы заточили ножи, нужно их смазать. Смазывать можно специальной смазкой для машинок. Я всегда использую ВД-40. Отличная смазка. Машинка работает безупречно. Брызгаем немного на ножи. Включаем машинку на 15-20 секунд. И ваша машинка для стрижки волос готова к эксплуатации. Эта машинка практически полностью перестала стричь волосы. Ну и давайте покажу, как она стрижет после заточки. После такой заточки она стала стричь как новая. Ну просто идеально. Друзья, и несколько полезных советов по уходу за машинкой для стрижки волос. Первое, это всегда очищайте от волос периодически. Снимайте ножи и щеточкой чистите внутри саму машинку, конечно, ножи. Смазывайте ножи после каждой стрижки. И будет вам счастье. Поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Им это видео будет очень и очень полезным. Спасибо всем за внимание. Всем добра, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.